поняла, что я не сказала ни привет, ни пока. Поэтому исправляюсь. На этом видео я просто запечатлела процесс создания своей комнаты. Именно прям выделила слово «своей», потому что когда я каждый раз в нее теперь захожу, я просто... Да, вот это вот просто самое лучшее, что вот где я могу находиться. Все вот это вот создание декораций, наверное, это, да, вот. Мне заняло, наверное, я еще начала создавать коллаж с фотографиями Стива в декабре-январе, а так основательно я начала в июне, и к концу июля я закончила, 2 месяца успешно, наверное, это самое долгое видео, которое я снимала, оно того стоило. Почему нет, когда да? И у меня есть куча картинок с Эмили. Очень. Здесь 101 картинка. Обожаю. Моя любимая картинка — это вот эта. Я обожаю просто из новой сорки его. Как бы я хочу вот это вот сверху просто так же, как и здесь, просто сверху так же сделать, и все. Итак, я хочу рассказать, как именно я делаю все для Ватмана. Не знаю, как назвать эту вещь, плакат, коллаж. Коллаж, отлично. То есть я создаю себе холст. Если что, это 210 на 290 сантиметров, потому что у меня вот здесь сейчас висит две. Я примерно на глаз, можно поделить лист пополам. Но это как-то так. Примерно я размещаю на листе по 4-5 картинок. Мой принтер... К концу этого видео, я надеюсь, он выживет, потому что очень много печатать, просто капец как много печатать. Я наконец-то закончила, я, наверное, часто делала, может, чуть поменьше. 21 лист А4, примерно 100 фотографий, снова. Сейчас будем печатать. Я не знаю, что будет с моим принтером, часто я не представляю. Максимально удобно это делать, потому что есть очень большое количество бумаги. Все сортировано. Да, по готовым картинкам, листам и всяким обрезкам. Да, у меня потом после того, все этих резулек, постоянно в квартире находятся вот такие вот штучки бумажные. Вот такие маленькие. Who do I call if it ain't you? Tell me who to call if it ain't you. I've been pacing circles in my bedroom. I've been chasing secrets in your heirloom. Let me do what I do best, slow down. Let me talk to you, don't tell me about your worries. I ain't staying till the afternoon. Итак, я прям вот только-только закончила вот этот ватман. Класс! Хочу сказать и предостеречь вас в том, что... Вот такой клей, по крайней мере, в моем городе. Это ужасно. Типа, блин, когда... И я уверена, я умею пользоваться клеем. Потому что с Рекраузером у меня никогда так не было. Я думала, окей, куплю 2, вот, чтобы там сэкономить. Он не клеит ничего. Очень странно. Ну, как бы он сцепляется, когда с бумагой, но я несколько раз... На таймлапсе можно было увидеть, что я несколько раз некоторые водки обмазывала клеем. Еще раз. Потому что он ничего не держит. Есть небольшая проблема в том, что у меня осталось еще дофига фотографий. Мне даже это как-то напомнило те времена, когда в началке как-то мы обменивались какими-то распечатками. И я помню, как это был тоже тренд на личные дневники, на распечатки, флешбэк, ну, в общем-то, так. Ну, да. Я думаю, что это сюда. Выбрали, извините. Да, норм. Только этих дней не было в 2016 году. Вот так держи, как я. У меня чуть-чуть было на стенке торчит. Да, я красивый кадр сделала. Calculating all the aftermath. Now a nemesis, a menace in my mind, but protagonist in all my dreams, conceding all my doubts, and healing in this dry. I've been
singing to the ceiling, learning how to live without. I hear you calling my name. Честно, не совсем узнаю в нем, да и вроде похож, а вроде нет. Теперь у меня есть локат. Класс. Еще одна часть моего будущего украшения в комнате. Это будут спирали. Закончила одну спираль, я ее очень долго делала, потому что я не садилась и не раскрашивала. Я печатала это через спираль Бетти. Я оставлю ссылку на эту штуку, потому что тоже нашла это в ТикТоке, такая, блин, я хочу. Вот, как бы, это все черная ручка, так это были вот такие пустые полосы, и просто вы их закрашиваете. Как бы, вот. У меня есть такой леви теперь, спирали. У меня здесь еще есть несколько спиралей, одна с леви и две со стивом. Пока я рисовала первую половину вот этой спирали, я изрисовала просто весь вот этот вот, эту часть маркера. Видимо, все уже поняли, что мое любимое рабочее место — это пол. Ну, извините, здесь очень большая площадь, где я могу разложиться. Да, поэтому я снова здесь. Ну и как же я на небезупорство? Я наклеила скотч вот по этой стороне, не по вот этой стороне. И у меня есть небольшие зазоры. Но кого это волнует? Если что, это Стив. Его здесь плохо видно по сравнению вот с ним. Его здесь хуже видно, но в жизни его виднее. Тем более я знаю, какая здесь была фотография. Примерно его очертания все равно есть. Она у меня даже есть на моем коллаже, я пытаюсь ее найти взглядом. Ну, вот это черно-белое, это почти что надо, но потом в следующий момент он обернется и посмеется, и тогда это будет уже картинка, которую я делала в спирали. Так, а следующим этапом создания этих дисков спирали будет их укрепление картоном. Было бы прикольнее, если бы эти диски, я буду тебя так называть, были бы глянцевыми. Это было бы круто. Так, хвастаюсь результатом. Они полностью глянцевые, да. Конечно, с этой оборотки это выглядит странно. Но они классно, осталось только понять, как прикрепить к стенке. Все, главное, что они есть. Теперь обратная сторона всего этого. Вчера заклинила принтер, и он начал печатать каким-то отливом красным. Ну, знаете, даже симпатично. Параллельно я решила пересмотреть «Голодные игры». Класс, у меня еще есть 3 книги по «Голодным играм», но это так. Живите с этой информацией. Как вы помните, вот это вот я делала на клей-карандаше. А вот это вот совмещать с вот этой вот кучкой, она огромная. Просто будем совмещать по хардкору, но зато знаю, что это будет точно держаться в двухстороннем скотче. Ставим ставки, на какое ватмане это закончится. Полностью довольна своей работой. Здесь 4 ватмана, около 450 фотографий, примерно так. Ну, класс. Вот. Какие-то целостные кусочки манги, это третий, четвертый, самый нижний обычно. Прикол в том, что на Пинтересте кусочки манги, которые я находила, они были очень четкого качества, а которые я забила просто в Яндексе, просто манга, скриншот «Атака титанов». И просто качество офигенное. По-моему, это супер фан для видео, это для этого и делалось. Вот, даже здесь есть насильственная сцена, надеюсь, YouTube не заблокирует, я тебя люблю, а ты, надеюсь, мне тоже. Тайная встреча.
примерно вот столько листов, ну как бы это все листы, которые мне просто пойдут на макулатуру, потому что я совершала ошибки. Если вы будете делать плакаты в свою комнату сами, не в типографии, то сделайте несколько вещей, чтобы потом у вас не было столько же лишней бумаги. Во-первых, делайте проверку дюз, то есть как у вас печатает краска, как у вас принтер вообще печатает. Проверьте заранее, как печатать плакаты у себя дома, то есть как нужно разделять картинку на несколько частей. Нужно еще обязательно печатать с полями, вот еще одна вещь. Распечатала 7 плакатов всего. Это мои самые любимые фильмы о Мстителях. Может, это нужно опустить немножечко пониже. Теперь вы знаете меня чуточку лучше. Lately I've been thinking about the choices I have made and doubt the life I've chosen for myself. I wonder how it would pan out if I stuck to the status quo and stayed in England, never know. But when I see my friends, I see them with this golden glow. It seems they can touch the rainbow. I guess I'll never know, never know, never know. Would that be me? If I'd stay in my city, red, blue, and green, is that how my life would be? Is that how my life would be? And often we're reminded to enjoy each day and find it in ourselves to show some gratitude for every moment through and through. I try so hard to just be present, mom will slip the adolescence. I can't help but wonder, but I guess I'll never know it. What the other book looks like. Oh, wouldn't that be nice? If that was me. I'd stay in my city. Ну и, пожалуй, проведу небольшой рум-тур. Начинается все с плаката. Вот это вот. Это просто одна из моих гордостей. Одно слово, великолепно. За то время, пока я монтировала и снимала другие части видео, плакаты отпали не один раз. Я их снимала, я их вешала заново. Теперь каждый плакат имеет под свои 4 законных плавки с кэпом плакат. Я испортила случайно из-за скотча, поэтому на скотче не советую к обоим клеить что-либо. Специально размещала это все возле своей кровати, потому что очень хорошо смотрится, как по мне. С моей кровати, мне кажется, вы уже все знакомы, и, в принципе, я про нее не могу ничего сказать, кроме того, что она вроде бы полутораспальная, но в ней можно спать и втроем. Да. Привет моим сестрам. Акула — это просто самая, наверное, классная послестичья игрушка, которая у меня когда-либо была. Вот эту пустоту, она здесь идеальна. Мне иногда кажется, что моя комната просто переполнена всем, поэтому пускай это будет так.
Здесь у меня прям под плакатами также находится фортепиано, которое мне будет приходиться передвигать ради того, чтобы снимать на красивом фоне. Здесь у меня как раз продолжение темы с музыкальными инструментами. Возле батареи хранится гитара и укулеле, пока не работает батарея. В общем, мне уже успели приобрести плотные шторы. Это тоже просто шикарнейшая часть комнаты. Хотя какие-то моменты манги я просто обожаю засматриваться, рассматривать все это. Кайфую безумно. Я поменяла также расположение моего рабочего стола, кто смотрел мои старые влоги. Он раньше стоял вот так, но теперь здесь некрасиво видны провода. Но зато здесь очень удобно все равно. Это мой стеллаж трехъярусный. Здесь просто все, что нужно, это постоянное в использовании мои всякие украшения, особенно вот это. Не знаю, видео еще не вышло про мои кольца, про то, как я их делала, но ожидайте. Здесь просто что-то беспорядочное. Эта коробочка напоминает мне коробку из первого Мстителя из-под Тессеракта. По плану это не должно было висеть здесь, оно должно было быть там. Но тут я посчитала быть местом отличным, лучшим. Это как по плану и ожидалось. Опять же, Стива здесь практически не видно. Хотя, когда ты сидишь за столом, ты отлично видишь это и наблюдаешь просто замечательную картину.